печально известный Хэнк Палмер. Каленый адвокат, презирающий закон. Эй! Я промахнулся? Каково это знать, что каждый твой подзащитный виновен? Терпимо. Невиновным я не по карману. Встать, суд идет! Слово предоставляется адвокату. Моя мама умерла утром. Это первый раз у тебя мама умирает? Или каждый раз, когда проигрываешь? Первый. И дедушка Палмер тоже умер? Нет, дедушка Палмер умер для меня. Это выражение такое. Как все запутано. Мне стоит поехать с тобой. Поверь, никто не хочет ехать в Карлове. В Индиан. Ё-моё, начинается. Мы терпеть друг друга не можем. Генри? Ваша честь? Да. Хэнк, спасибо, что приехал. Уверен, твоя мать была бы рада. Хэнк Палмер. Хэнк, шериф Уайт по поводу вашего отца. Самая большая твоя ошибка, и ты просто проскочил? Мы нашли следы крови на его машине. Я заседал в этом зале 42 года. Это был несчастный случай. Мы должны выстроить четкую линию защиты. Никаких «мы». Какой же ты все-таки... Я не могу остаться. Ты адвокат, он твой отец. Уйдешь сейчас, будешь жалеть. А яблочко-то червивое, мистер Палмер. Я предъявлю вашему отцу убийство первой степени, и у вас будет место в первом ряду. Мой отец та еще сволочь, но он не убийца. Я помню, как ты играл со мной. Но мало. Почему? Был ли я строг? Да. Я делал то, что считал правильным. По моему опыту, Хэнк, иногда нужно простить, чтобы быть прощенным. Нам действительно конец. Нет, не конец.